1 января 2015 года часть полномочий муниципальных образований перейдет в юрисдикцию Московской области. Соответствующий региональный закон депутаты Мособлдумы уже приняли во втором чтении. Дело в том, что были внесены поправки в 136-й федеральный закон, согласно которому регион теперь вправе перераспределять полномочия между органами государственной власти субъекта федерации и местного самоуправления. В числе изымаемых полномочий градостроительная деятельность и правила землепользования. Это значит, что с нового года утверждать генеральный план и выдавать разрешение на строительство будет область, а не муниципалитет. Новый закон касается также сферы благоустройства, ЖКХ, электроэнергии и здравоохранения. Впрочем, окончательный список полномочий подведомственных различным уровням власти станет известен, видимо, только к концу 2014-го. Сегодня передача полномочий происходит по здравоохранению. Мы фактически уже отработали все эти вопросы. И здравоохранение от нас с вами с 1 января 2015 года полностью уходит. Прямую теперь вряд ли мы сможем вкладывать деньги в ремонты, и тем более капитальные ремонты зданий. Хотя, значит, Министерство здравоохранения мечтает о том, чтобы мы все равно вкладывали и в здания финансовые средства. Но тут в противоречие вступают два закона. Закон, значит, о полномочиях, вот, о местном самоуправлении, и законы, значит, финансовые законы. По земле интересная запись сделана в законе, что даются эти полномочия как бы району на год, а потом, в зависимости от того, справимся мы или нет, ну, могут у нас их это отобрать, эти полномочия. И поднять на уровень области.